Миша, как обстановка? Достаточно неплохо. Федор сказал, что хочет вечером рассказать своей дочке сказку о том, как робот и наемник победили очень плохого человека. Ну, как тебе идея? Хочешь быть героем новой народной сказки? Эй, салага, ты уж извини за мои подколы о том, что тебя яги сожрут. Надерите Джеку задницу. Действительно, хорошая сказка на ночь. И еще, Миша, сказок будет больше. Мы раньше запускали дронов из багажного отделения, и там все еще стоит запасная пусковая. У Джека есть биооружие, дрон и, вероятно, дейтериевая плазма. Пусковая — то, чего ему не хватает, чтобы уничтожить колонию. Итак, мы на месте. Уверена, он тебя ждет. Удачи. Давай, выходи. Убью тебя, вырежу твою семью! Сука!
Возможно, даже вероятно, у Джека достаточно плазмы для запуска дрона. Но мы все равно не можем рисковать. Его люди приближаются. Эти сосуды ему достаться не должны. Come on.
только начинается. Теперь с вашим дейтерием мои щиты неуязвимы. Так что ты, сосунок, мне ничего не сделаешь. Надо было делать ноги, пока мог. А теперь я избавлюсь от тебя раз и навсегда. И это будет очень, очень больно. Капитально достал! Сравниться с той, что он готовил нам. А теперь проверь оружие. Нужно отменить пуск. Где-то должно быть аварийное управление. Стреляй!
знала, что ты сможешь. Ну что, отдышись и возвращайся в диспетчерскую. Думаю, тебе захочется вымыться. Как закончишь, тебя ждут кое-какие новости, а также внушительная премия. А вот и ты. Выглядишь получше, чем недавно. Есть хорошая и очень хорошая новость. Хорошая новость? Тебе положена внушительная премия и благодарность от службы безопасности Цитадели. Когда твой контракт подойдет к концу, уверена, ты сможешь выбирать любое место службы. Впрочем, мы надеемся, что ты останешься. А очень хорошая. Уверена, тебе приятно будет услышать, что ты на голову выше всех остальных наемников по результативности. Карманная армия Джека практически уничтожена. Несколько недобитков угрозы не представляют. Колонисты говорят, что чувствуют себя в полной безопасности. После твоих подвигов все смогут спать спокойнее, чем когда-либо с начала Великой Стужи. Все, кроме меня. Я никогда не сплю. Но тебе вздремнуть не мешает. Спасибо за выполненную работу.